всегда комфортно работать с человеком, с которым у вас есть взаимопонимание. Да? И вот один большой вот первый бонус и плюс Дениса Гашкова в том, что когда мы встретились, он сначала провел мне большое интервью, то есть он закидывал меня кучу вопросов, там, начиная от того, кто я такой по жизни, да, вплоть до того, собственно, чем я планирую заниматься там, через 10 лет, через 5 лет, и как я вижу проект, для которого мы делаем этот сайт. Да. И тут просто попадание в яблочко, то есть мне не нужно было делать каких-то доп. Правок, да, мы с ним максимально сразу нашли общий контакт, и это, я думаю, его большая заслуга, потому что он все равно в этой встрече был ведущим, я же был, скорее всего, ведомым. Вот. И были у меня совершенно конкретные цели. Мне нужен был современный сайт, чтобы это было, ну, человек заходит и понимает, что, о, это прям стильно, современно, круто. Второе, чтобы это, этот сайт доносил мысль, которую мы хотим доносить через этот проект, да, то есть что-то легкое у нас-то было, воздушное, такое, я бы даже сказал, хипстерское, да, то есть, в общем, чтобы это было похоже на меня, потому что мы внедряли личный бренд, да, то есть что-то такое. Вот, и, соответственно, чтобы это было информативно, да, что важно, потому что в нашем проекте это было очень важно. Вот. И, соответственно, сложно совместить, да, информативность и легкость. Но кайф в том, что вот есть люди, такие как Денис Гашков, которые умеют совмещать несовместимое, и поэтому я просто доволен на все 200, 1500, 100-500 процентов, которые могли бы быть, потому что это было просто попадание, я бы сказал, в самую серединочку, да, моей души. Вот, поэтому советовать могу только вот всем направо и налево. Ничего больше не могу сказать.